Ми мали вельми добрые, глубокие разговоры, не только по нашей двубаковой стосунки, но и по полному спектру тем сусветной повестки. И мне особливо приятно быть тут сегодня разом с вами, как обозначить наши взаимные намагания по просовыванию наших двубаковых отношений в новом направлении. Мы лишим, что сегодня исторический момент в американо-белорусских дочинениях. Я рад принять удел в обвещении о нашей готовности до обмена амбассадорами, как наступного кроку по нормализации наших стосунков. Злучаные Штаты остаются прихильниками поддержки суверенитету и независимости Беларуси, где наступные поколения будут иметь поспеховую будущее.